бюджетного учреждения культуры Центра культуры досуга юбилейный городского поселения Смышляевка. Директору Токаревой Ане Александровне. Вручается заведующий отделом традиционной культуры, исследований, информации КУП агентства социокультуры и технологий Ермаковой Ирине Петровне. Благодарственное письмо вручается старшему преподавателю кафедры хореографии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Самарский государственный институт культуры Селезнёва Валентина Ивановича. Благодарственное письмо вручается доценту кафедры хореографии Самарского государственного института культуры, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Брыкину Виктору Ивановичу. И наше традиционное фото на память. Давайте встанем ближе вот сюда. Вот задний ряд немного вперед. Уважаемые члены жюри тоже вот здесь встаньте. Thank you.